себя так веду. Только прошу, не истолкуй мое поведение, как вообще легкую доступность ко мне. Ладно. Что ладно? Не истолкую. Вредный ты, это другое дело. А правда, как у нас все быстро получилось, еще неделю назад мы друг друга знать не знали. А вот ты меня, наверное, презираешь. Ну что ты, наоборот. Смотри, а такая женщина тебе нравится? Ничего. Вот здесь она хорошенькая, а вот тут не очень. А вот это вообще перестали снимать. Она, наверное, поругалась с кем-нибудь. А может, замуж вышла за обеспеченного? Одно это вообще жить лучше. Мужчине надо то мясо покупать, то носки, то четвертинку. А вот скажи, что такое любовь? Неизвестно. Любовь — это электрический ток. Очень может быть. Не может быть, а точно. А у тебя когда выпуск заканчивается? Скоро, уду! Сколько здесь не был? Лет 17. И вот что интересно. Какая-то вывеска или афишная тумба или аптека на углу. Все точно такое же, как и прежде. Над этой аптекой моя первая любовь жила. Я у них двойные комнаты снимал. Правда? Как интересно. Расскажи мне про свою первую любовь. Я люблю, когда про первую любовь рассказывают. Она красавица была. Теперь таких нет. Звезда. Ее подруги так и звали. Звезда. Ну, я, между прочим, молоденькая тоже прелестная была. За мной такой человек ухаживал. Правда, он был пожилой. Мать меня взяла и отговорила. Тогда с ним подруг свой сосватала. Недавно я видела. Одета... А ведь это могла быть я... Я, пожалуй, сейчас зашел. Куда? На огни. А я ее на дуэль вызову. Всю войну с ней переписывались. Сдать целый то. А что ж вы тогда расстались, если она такая звезда? Не удовлетворил высоким идеалом. Значит, отставку получил. Нет. По собственному желанию. Причем заочно, в письменном виде. Ох, жалко, я разговаривать-то не умею. Со мной скучно. Ну как же не умеешь? Вон сколько наговорила. Ну ты это другое дело. Вот ты мне ответь на такой вопрос. Девушка встретила человека. Он в нее влюбился до беспамятства, и она тоже хочет пройти с ним всю жизнь. А вдруг бац, и бросила ее. Тогда она другого встретила, уже не совсем то, но тоже хочет пройти с ним всю жизнь. А он хлопает на это же самое. А ведь ей семью хочется, ведь женщина. И с третьим она уже теряет гордость, навязывается, а про нее говорят, какая распущенная. Ничего, ты слышишь, что я говорю? В одно ухо влетает, а в другое влетает. Почему же? Я слышу, просто я думаю о том, что ты сказала. И что же ты надумал? Ну, это бывает, Зоренька, это верно. Печальная история. Конечно, печальная. А вот это был наш собственный перевод. Наш личный кинотеатр и наше персональное небо. Какое небо, а? Зима, ночь, оно синее, хоть ты разорвись. Нет, все-таки опасно возвращаться в те места, где ты был счастлив в 19 лет, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. Интересно, какая она теперь? А знаешь, ведь еще не поздно, что если взять да и правда зайти? Может, она еще здесь живет? Ну, Саша, ну ты слишком злоупотребляешь моим отношением к тебе. Ну что ты, Саня, ты что? Боже, все ясно. Я только посмотрю, схожу и приду. Я тебя так с лестницы шутану, я тебя приду! Дорогие радиослушатели, а сейчас для вас музыкальная минутка.
А у вас комната, здается, может быть. Какая комната? 12 часов. 22 часа 33 минуты. Слушайте, выйдите оттуда и хорошенько закройте с собой дверь. Что вы там делаете? Я тут стеночки прилягу. Только вы дверь утром сразу не открывайте потихоньку. Это что? Это корыто. Повесьте его на место. Ну что стоишь? Проходи. Садись. Нет, вы там. Садитесь. Как жизнь, настроение, трудовые успехи. Я лично неплохо живу и не жалуюсь. Работаю мастером на красном треугольнике. Работа интересная, ответственная. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Я уже слова забыла. Там в краю далеком назовешь меня женой. Я все забыла, ничего не помню. Сколько же времени прошло, кто же помнит? А вы как живете, добились, чего хотели? Ну, добился, как смотреть? Сами так смотрите. А, жизнь моя железная дорога, вечное стремление вперед. Значит, добились. Где работаете? Ну, если интересно, работаю инженером. Если интересует табель о рангах, главным инженером. Завод большой? Ну да. Всего-навсего. Химический комбинат в Подгорске. Ну, не самый большой, но один из крупнейших в Союзе. Большому кораблю большое плавание. Я лично тоже живу неплохо, работаю. Работаю мастером, все на том же треугольнике. Большой человек. За что отвечать приходится? И за дисциплину,
за агитационную работу и за графики агитатора по всем вопросам. Mm-hmm. Девушки, когда одни работают, они такие боевые становятся, даже распускаются. Я вот иной раз говорю, смотрю, сидит девушка такая хорошенькая, как матери, причись, свою личку и так с собой следишь. Ну, конечно, я член партии, коммунисты можно потребовать от партбюро. В общем, я живу полной жизнью, не жалуюсь. Ну, ты одна живешь. Я с племянником жил. Люси нет, она в Акаде умерла. А Славик остался. Очень способный мальчик, как все говорят. Учится в технологическом. Пошел по вашим стопам. Очень активный мальчик. Он не ограничивается одними занятиями. У него и общественное лицо есть. В общем, он тоже живет полной жизнью, не жалуется. А вы в командировку приехали? Да, да. Ненадолго, на три. На три дня. Или на 4. Или на 4. А вы, если хотите, вы поживите у нас. Слава ляжет в полу, он, в общем, не станет вам мешать. Только у меня одно условие. Мальчик занимается, я прихожу домой устала. Поэтому сюда никого не водить. Для нас главная тишина. Вы курите? Все, еще курю. Я уже позабыла. Ну тогда курите, только фоточку открывать. Ладно. Спите спокойно. Никуда. Не буду вам мешать. Поздно уже. Ложитесь. Будем считать, что встреча состоялась. Вы чем вы не помешаете? Вы мне нисколько не помешаете. Вам здесь будет удобно, посмотрите. Я не знаю. Вы решайте сами потом лучше. Я вас уговаривать не собираюсь. Спасибо. Время уже позднее. Можете ложиться прямо сейчас. Спокойной ночи. Я лучше домой пойду. Неудобно, знаешь что? Так. Там пища.
Осторожно! Она ему конспекты не дает.
достает. Зато когда ей что-нибудь нужно, он на все готов, даже себе в ущерб. У нас в квартире никто не любит. Только знать, хоть сразу перелистывать. Двери не только куда же звонить. Я так и зову. Самописка. Вечно здорово. Что же значит старательная девушка, серьезная, а вам не мешает с нее пример брать? А зачем мне брать? Я и так пользуюсь успехом. Вот видите, как вы начинаете отвечать. Вы девушка. Для вас честь дороже всего. Я в ваши годы уже свадьбу простила. Повело. Что? Спать, говорю, пора. А ты? Как ты мог? Пришли 12 часов ночи. Мы замерзли в парадном, погреться пришли. Стыдись. Привезти кого-то ко мне. А кому должен был меня привезти? К товарищу, что? Все, уходите, я спать хочу. Спокойной ночи. Поднимите полок, горе закрою. Провожу. Сама дойду. Святослав, в чем дело? Ну, видите, какая Петрушка. Мы с Лидой договорились идти на экзамен вместе, а шпаргалки были у меня. Какие шпаргалки? Ну какая разница? Нумерованные, по 3 штуки в каждом кармане. А на тень билет 31-й. Начинаю писать в правом кармане. Дохожу 30-й, соображаю. 31-й, это влево. Я схожу ей, начинаю сказать для себя, вынул вместо 9-й, 11-й. Слава, а тебе зачем понадобились шпаргалки? Ты что, никогда не училась? Я училась без шпаргалок. Карась, идеалист. Может быть. Теперь объясни, что это за девица. Ну, с междугородной станции, телефонистка. И она в первый же день согласилась прийти к тебе домой. Ночью. Ой, может быть, она делает, что я порядочный человек? Ты ее меньше всего интересует. Слава, ты хоть знаешь, какие бывают женщины? Тебе самому не противно, скажи, пожалуйста, честно. Нет! Никаких принципов. Зато у тебя слишком много принципов. Ты из принципа замуж не вышла. Да, я из принципа. Я из принципа. А вот ты грубишь. И еще считаешь, что это подвиг. Смотрите, как я ничего не боюсь. Теории по горло! Это письма Маркса! Кто это? Ильин Александр Петрович. Какой Ильин? Остановился у вас временно. Очень приятно. И вообще, почему ты от меня скрыл, что получил двойку? Какой незнакомый девица рассказала, а от меня скрыл. Я никому ничего не рассказывал и вообще не люблю посещать свои дела посторонних. А он не посторонний. Он тебя знал, когда тебе 2 года было. Пусть послушает. Трагедия из жизни советского студента «Начало пути». Внимание! Занавес! Ему всю молодость отдала, ничего не осталось. Ладно, старик, тебе спать пора. И вы уходите у него надоели. Только закройте на чем дверь. Погасите свет. Дайте мне вот немного поспать сегодня. Ну как там наш? Технологический. Фомичев существует? Свирепствует. А вы что, тоже жертва науки? Вот именно, жертва. Меня вышибли с 3-го курса. За что пострадали? За откровенность. На досуге как-то изложил Фомичеву все, что о нем думают.
Когда он повел против меня холодную войну, которую блестяще завершил в конце семестра. Бывает. Я вижу, вы с тетей плохо ладите. По третьему закону Ньютона действие равно противодействию. Она меня воспитывает, я сопротивляюсь. А что, тетя ваша все время одна живет? Замуж не выходила? Родился еще тот несчастный. Впрочем, был у нее кто-то на заре туманной юности. По неофициальным данным. Тише. Так ведь это, наверное, я и был. Мы с твоей тетей еще до войны познакомились. Я у вас тут комнату снимал. Папа твой тогда на морфлоте служил, а мама и Тома только начинали клейщицами на красном треугольнике. Она красавица была, твоя тетя. Звезда. Ее так и звали все. Звезда. Бывает, придет с работы каблучками по ступенькам. Цок-цок-цок. Нормально все. Всю войну с ней переписывались. Потом, по причине некоторых обстоятельств, я перестал писать, но письма ее все с собой таскал. Потом письма куда-то подевались. А знаете, я бы на вашем месте написал бы все это поэмом. Что-нибудь такое. Милый взгляд твоих дивных глазенок пробудил впечатление во мне. Ты одна мне милее из девчонок, моему сердцу пришлась по душе. Ничего, только рифма хромает. Рифма — это не важно, было бы чувство в груди. Ну, рад, что познакомился. Так вот, если ты при мне обидишь эту женщину, то я 7 шкур с тебя спущу и голым в Африку пущу. Рифма устраивает? Устраивает. Так, какое мы имеем сегодня число? 15-е. Так вот, в течение этих дней, что я живу в вашем доме, я хотел бы обеспечить этой женщине счастливую жизнь. Усвоил? Условил. Тома. Что? Не спишь? А я тебя вспоминал. А ты меня? Довольно мне на работу завтра рано.